Конечно. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, я хочу напомнить, что у нас, в принципе, да, многие инфекции могут вызывать различную патологию со стороны опорно-двигательного аппарата. Вот здесь показан даже спектр симптомов артрита, связанных с инфекциями. Да. Не только COVID-19 способен у нас вызывать эти симптомы. Эти симптомы хорошо известны были, когда больной болел банальным гриппозным вирусным заболеванием, да, либо другими вирусами. И артралгии, и миалгии – это наиболее, может быть, частные симптомы при коронавирусе. Да. Это короткоживущий, что ли, артрит, да, самолимитирующийся артрит. Ну и гораздо реже при COVID-19 мы видим какие-то затяжные артриты. Так казалось, первые два года изучения пациентов и прослеживания их состояния в течение месяцев после окончания COVID-19. Затяжные или хронические артриты – это все-таки совсем другая инфекция. Это в основном гепатит С, да, это еще ряд вирусов, ну, по крайней мере, не COVID-19. Сегодня, когда мы будем говорить о разных симптомах, и вот мне хотелось показать этот простой слайд, да, что у нас есть само состояние болезни COVID-19, острая инфекция. Дальше у нас могут быть продолжение симптомов ковида, либо это затянувшаяся персистенция вируса, либо это уже постковидный синдром, который начинается, ну, где-то через 4 недели самое ранее. Да? В основном постковидный синдром мы ставим, когда у нас симптомы сохраняются в течение 3 месяцев. Это обычный срок, когда мы говорим, что да, это уже не только ковидная инфекция, это уже отдельный постковидный синдром. Да? И постковидный синдром, он сохраняет в себе достаточно большое количество различных проявлений, что ли, да? Особенно если это был тяжелый вариант COVID-19 в дебюте, когда было, как по крайней мере, 5 симптомов самого ковида у пациента. Обычно это встречается у женщин определенного возраста, как правило, старшего возраста, и это ситуация, когда у нас есть нарушение коагуляции у наших больных COVID-19. Да? Здесь возможности развития постковидного синдрома очень велики. Мы у наших пациентов с выраженным болевым синдромом, который длится и 3-6 месяцев, часто видим очень высокие цифры D-димера, которые тянутся после COVID-19 достаточно много. Что еще влияет? Конечно же, коморбидность. Да? Те, кто слушает иногда у нас профессора Малышева, уже не первый раз слышали, что, да, ожирение – это вообще путь быстрейшего заражения COVID-19. При COVID-19 у нас две проблемы. Об одной я уже сказала, нарушение коагуляции. Вторая – это большой выброс провоспалитых цитокинов, среди которых центральным является интерлейкин 6, и ревматологи очень гордятся, что именно наши препараты, которые мы уже много лет работаем, они как раз и пригодились в лечении тяжелых вариантов COVID-19. Это препараты, которые блокируют рецептор интерлейкина 6. Сейчас у нас есть наш препарат, который блокирует сам интерлейкин 6. Это ингибиторы янускиназ и так далее. Да? Кроме повышения уровня интерлейкина 6, это мощный провоспалительный агент. Да? Есть еще дополнение, это повышение прокальцитонина, тропонина и уровня нейтрофилов. Здесь надо помнить, что при постковидном синдроме мы на сегодняшний день бесконечно об этом говорим, большое значение придается реабилитационным мероприятиям и настраиванию, что ли, пациента на расширение своей физической активности. Хотя это не всегда возможно, бывает же у пациентов, у которых COVID-19 протекал там с тяжелым поражением сердца, да, с массивным поражением легких, поэтому это всегда очень делается, не выговаривая это слово, персонализировано. Вот. Ну и, конечно же, используются различные фармакотерапии, которые будут влиять и на психологические расстройства, да, и на борьбу с возможными травмами, тромбозами в виде даже вот таких компрессионных чулок или гольф. Да, это опять-таки упражнения, это когнитивная терапия и так далее. Значит, сам постковидный синдром, он бывает, его проявление входит, это длительное повреждение тканей, то, что я говорила, повреждение сердечно-сосудистой системы, легочной системы, да, это неврологические нарушения, и это неразрешившееся воспаление. Вот в отношении опорно-двигательного аппарата именно этот момент для нас имеет значение. Да? Здесь, конечно, может быть персистенция вируса, но я вам сегодня покажу, что уровень антител ИГМ, да, ИГГ, простите, да, совершенно никак не влияет на частоту развития тех или иных симптомов поражения опорно-двигательного аппарата. Ну и кроме того, да, кроме персистенции вируса, это могут некоторые быть аутоиммунные нарушения. Они бывают редко, я о них скажу в самом конце своего сообщения, да, потому что в основном у нас идут как бы две проблемы. С одной стороны, это постковидный синдром с появлением симптомов поражения опорно-двигательного аппарата. Артралгия, артриты, миалгия, etc. Да? Либо это обострение ревматического заболевания. И многие больные, которые имеют остеоартрит до ковида, да, начинают нам жаловаться, что у них после ковида как бы изменилось течение этого заболевания, им стало гораздо больнее, стало гораздо тяжелее ходить, короче, дистанции и так далее, и так далее. Вот здесь, конечно, надо разбираться, и я попробую, невозможно все объяснить, да, на пальцах, потому что очень сложная проблема, но попробую все-таки некоторые акценты сделать на той и другой ситуации. Итак, постковидный синдром.
Да? Для больных, которые были госпитализированы, да, во время госпитализации, после вывески, выписки, да, постковидный синдром, как я сказала, это самое раннее 4 недели, а так обычно 12 недель. Это продолжение тех же симптомов, которые были и во время госпитализации. Это кашель, это одышка, это утомляемость, это некоторые другие симптомы. Да? А вот на амбулаторном этапе как минимум 30-40% больных говорит, что у них стали появляться боли в отдельных в отделах опорно-двигательного аппарата. Это вот то, о чем мы сегодня и будем с вами говорить. Таким образом, да, в рамках постковидного синдрома костно-мышечные болезни, они занимают очень большое место. Все-таки согласитесь, 30-40% больных – это те, кто жалуется. А те, кто терпит, их, наверное, может быть еще больше. Да? Ну и здесь четко можно увидеть, да, что у нас преимущественно этот синдром в таком виде развивается у более пожилых пациентов. Ну, опять-таки, да, при ожирении наиболее часто выявляется, более 50%. Да? Ну и чувствительность этих симптомов, она зависит от того, какое было течение ковида до того, как мы стали все это обсуждать. Некоторые данные хочу привести, да, что вот неспецифические скелетно-мышечные симптомы, в том числе и артралгии, они бывают и во время самого ковида. Да? А развитие воспалительного артрита у пациентов с COVID-19 встречается достаточно редко. И пока мы как-то вот не очень понимаем, как это получается, у кого именно это и какие есть риски, скажем, у той или иной группы больных для развития именно воспалительного артрита. В основном это моноартикулярное или олигоартикулярное поражение. Иногда бывают тендиниты, энтезиты. То есть это та клиника, которая очень напоминает вообще реактивный артрит. Напоминаю, что реактивный артрит – это артрит, когда в полости сустава у нас нет никакого инфекционного возбудителя, но они связаны с определенными инфекционными агентами. И вслед за перенесенной инфекцией, кишечной или носоглоточной, или еще какой-то мочевыводящих путей инфекции, да, развивается через 3-4 недели после начала этой инфекции, развивается реактивный артрит. По крайней мере, те данные, которые мы имеем, они подтверждают, что в синовиальной жидкости больных с артритом, да, сам вирус COVID-19 не обнаруживается. То есть это действительно скорее реактивный артрит. Вот вы можете увидеть, да, какова частота. Частота не такая большая вообще, постковидный реактивный артрит, это где-то 2%. Но что интересно, те больные, у которых не было никаких ревматических заболеваний, да, вот возникновение симптомов, это все-таки около 40%. Большей частью это боли, миалгии, артралгии, и 10% приходится все-таки на развитие артрита, имеется в виду в структуре вот этих симптомов ревматических заболеваний, то, что я начала. Да. Сам реактивный артрит в данной ситуации, да, поскольку мы считаем, что мы с COVID-19 в общем справились, провели специальную противовирусную терапию, да, дальше лечится симптоматическими препаратами, нестероидными или стероидными в виде внутрисуставных введений. Да? Поэтому мы считаем, что COVID-19, безусловно, может быть триггером развития ревматических заболеваний. И те больные, у которых появляется артрит, они требуют отдельного наблюдения, чем мы сейчас и занимаемся. Среди больных с ревматическими заболеваниями, заболевшими COVID-19, да, каждый четвертый все-таки говорит об активации его заболевания. По длительности, да, если мы посмотрим, да, через 60 дней после COVID-19 всего лишь у 10% больных вообще нет никаких симптомов, да, а у половины больных в течение первых 2 месяцев, да, все-таки сохраняются 3 и более симптома, среди них и боль в суставах. Ну, немножко разнятся цифры, потому что цифры берутся из разных популяций, из разных когорт, но так или иначе, да, более чем 2 месяца боли в суставах сохраняются как минимум у трети больных. Да? Вот еще одна сводка, точно так же, артралгия. Обратите внимание, какова частота боли в спине. Для нас это имеет значение, когда мы выбираем нестероидные противовоспалительные препараты, потому что у нас есть группа препаратов, это оксикамовые производные, которые, пожалуй, для пациентов, да, с болями в спине оказывают максимально позитивное действие по сравнению со всеми другими нестероидными противовоспалительными препаратами. Ну и дальше миалгия, боли тела, парестезии. Это обычный спектр, причем надо сказать, что боли это вообще довольно сильные, и справляться с ними довольно тяжело. Вот как раз слайд, о котором я в самом начале говорила. Да, вот если мы берем только мышечные или боли, так сказать, вообще в теле, да, то наибольшая частота это как раз, когда у нас есть низкий уровень IgG-антител. А при высоком уровне частота гораздо меньше. Поэтому говорить о том, что это персистенция вируса, она как бы вот, да, вызывает все эти симптомы, не приходится. Это все-таки что-то на грани аутовоспаления, да, и реактивного развития артрита на COVID-19. Более длительное наблюдение, 4-месячные наблюдения, все равно где-то у нас, да, боли в суставах и мышцах, как минимум 10-15% больных среди тех, кто имеет постковидный синдром.
это, конечно, влияет на функциональную. Мне просто понравилась эта таблица, я ее поставила на всякий случай, да, что можно увидеть, что сами функциональные нарушения, то есть невозможность передвигаться, да, выполнять какую-то бытовую работу и так далее, это львиная доля наших пациентов. Незначительное или умеренное изменение функциональной способности. Тяжелое, да, когда они говорят, я не в состоянии выполнить все свои обычные действия, домашние даже действия. Да, либо я вот просто почти не двигаюсь, вообще должен все время лежать и отдыхать, да, каждые 15 минут. Это очень небольшой процент больных. Ну, где-то в среднем, где-то около 8-9% больных. Да? А в основном у нас пациенты испытывают умеренные или легкие нарушения функции. Тем не менее, у больных, которые перенесли COVID-19, достоверно ухудшается функциональная способность. Очень сложная таблица, я попытаюсь его прокомментировать. Мне хотелось вот так в таком виде показать, чтобы вы поняли, как много чего обсуждается. Да? И вот эти предикторы невозврата к исходному уровню. Имеется в виду и то, как текло ревматическое заболевание, или то, каково было функциональное состояние пациента до начала COVID-19. Да? Тут мультивариантный логистический регрессионный анализ проведен, очень сложный. Значит, кто имеет шанс хуже себя чувствовать в отношении симптомов опорно-двигательного аппарата после COVID-19? Это больные достаточно пожилого возраста, во-первых. Да? Ну, здесь еще и национальности смотрели, да? Что здесь вот. Нас это мало касается, потому что не наша национальность попала в этот скорбный список. Это больные, у которых сопутствующий сахарный диабет. Это те больные, у которых в анамнезе были легочные болезни. Да? И это больные, которым приходилось испытать искусственную вентиляцию легких во время COVID-19. Это так называемые точки невозврата. То есть больные вот этого спектра, пожилые, с диабетом, да, с сопутствующими легочными заболеваниями, у кого было ИВЛ, они требуют более такого внимательного к себе отношения. Что касается наших ревматических больных, нас, безусловно, с самого начала волновало, какова будет ситуация, потому что у нас многие больные получают иммуносупрессивную терапию, да, и как нам с этим быть, мы разбирались, наверное, года полтора, пока не выработали более-менее нормальные рекомендации по ведению наших больных, я сегодня об этом скажу обязательно. Есть данные, что наши пациенты не более подвержены COVID-19, нежели вся остальная популяция. Ну, надо сказать, что риск госпитализации для ревматических больных, заболевших COVID-19, такой же, как и для общей популяции. Риски поступления в отделение интенсивной терапии тоже такой же. Но вот что касается риска смерти, все-таки для наших пациентов он выше, нежели для общей популяции, да, для больных с ревматическими заболеваниями, ну, почти в 2 раза, в 1,7 раза выше риск. И если посмотреть, какие факторы ассоциируются с летальным исходом при COVID-19 у пациентов с ревматическими заболеваниями, это довольно большая сводка, недавние опубликованные данные, вы видите, да, что умерло 10% пациентов с ревматическими заболеваниями. Независимые факторы летальности были. Ну, то, что для общей популяции, конечно, свойственно. Да? Чем выше возраст, тем хуже. Да? После 75 лет, вы видите, риск умереть возрастает до 6. Это мужчины в 1,5 раза больше риск. Это больные, у которых есть артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания. Это хронические заболевания легких. И это прием преднизолона более 10 мг в сутки. Я почему об этом говорю? Казалось бы, это не касается врачей общей практики. Ведь у нас сейчас очень любят быстренько дать дексаметазон на любую ситуацию, связанную с COVID-19. Пожалуйста, почитайте внимательно рекомендации Минздрава, когда этим можно, когда это нужно назначать и когда не нужно. Но я сейчас сталкиваюсь нередко, что пациент с остеоартритом, перенесший COVID-19, приходит и говорит, что у него выраженные боли, ему стало трудно ходить, и ему раз, так сказать, и как минимум 2 таблетки дексаметазона это точно назначит. Имейте в виду, что это непростая терапия, здесь надо быть очень и очень аккуратным. Почему эти больные наши начинают, так сказать, как бы обостряться? Ну, конечно, это минус двигательная активность. Это понятно, да, заперли всех по домам. Одно время, по-моему, даже и гулять-то не разрешали, или там разрешали где-то в пределах 500 метров от своего дома. Да? Это больные, которые изначально имеют метаболические нарушения, я имею в виду остеоартрит. Да? А тут еще сижу дома на диване и кушаю столько, сколько можно, а поскольку да, надо что-то положить в рот, то это всегда какой-то фастфуд еще назначается. Да? Это развитие саркопении, об этом я скажу обязательно специально еще момент, да, снижается мышечный тонус. Ну и сами знаете наверняка, как было сложно и вызвать врача на дом. Я лично, когда мне, правда, ложный был тест на COVID-19, я потратила в один вечер 2,5 часа, а в другой день 6,5 часов, чтобы дозвониться и вызвать врача на дом по этой замечательной нашей линии горячей. Все это, да, факторы прогрессирования скелетно-мышечных заболеваний. Что касается саркопении, то мы не должны забывать, что у нас COVID-19 протекает практически всегда с повышенным уровнем интерлейкина-6. Интерлейкин-6 – это мощный провоспалительный агент, мощный.
он умудряется влиять и на клетки синовии, он умудряется активировать остеокласты, и он очень активно участвует вообще в том, что называется компонентами нашего тела. Да? И у нас на фоне и ограничения двигательной активности, да, и еще таких провоспалительных агентов, у нас с вами у пациентов меняется композитный состав тела. У нас вместо нормальной мышечной массы, да, идет замена на неполноценную, неактивную, с богатую жировыми включениями мышечную массу. И развивается, естественно, у нас саркопения. Поэтому, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что упражнения для наших пациентов, это ведь надо самим как-то вот понять, насколько это нужно, и что дать нашим пожилым больным достаточно минимальном как бы разделе, не нагружая их какими-то тяжелыми физическими нагрузками. Да, это нужно просто для каждого пациента выбрать определенный двигательный режим. Что касается нашего остеоартрита, я буду говорить о нем, не буду говорить о других ревматических заболеваниях, там волчанка и так далее, поскольку это все-таки ну, такая уже наша узкая специализация. Да, я напоминаю, какие у нас шаги предложены в последнее время, причем это общепринятая, так сказать, ссылка на общество ССО, но я могу сказать, что принятые и нашим экспертным советом по остеоартриту рекомендации, они не отличаются от данных, поэтому я оставила только эту ссылку. Да, у нас первый шаг – это назначить симптомодифицирующие препараты медленного действия. То, что мы многие годы называли хондропротекторами, буду иногда так говорить, так просто короче. Да, плюс-минус парацетамол по потребности. Вспомните, и до сих пор у нас в рекомендациях по ведению ковида и постковидного синдрома парацетамол занимает достаточно большое место. Да, с ним надо очень быть аккуратно, он не такой белый пушистый, как это казалось. И на первом шаге нам предлагают использовать местные формы НПВП. При выраженных болях, конечно, нужно использовать системные формы НПВП. И видите, у меня здесь такие ссылочки. Учесть постковидные синдромы. Сейчас я кое о чем обязательно скажу. Да? Внутрисуставная терапия, гиалуроновая кислота, глюкокортикоиды. С осторожностью, да, смотря какая ситуация в регионе. Нужно ли сейчас вообще лезть куда-то, так сказать, какие-то инъекционные дебри. Да? Ну и последний шаг. Слабые опиаты, дулокситин. Во-первых, учесть постковидные синдромы. Напомню, что дулокситин – это антидепрессант, ингибитор обратного захвата серотонином. Опиаты на сегодняшний день при постковидном синдроме вообще во всем мире не назначаются. Да? Еще увидим слайды, этому посвященные. Да, вот что нужно пациенту с остеоартритом во время пандемии COVID-19. Видите, да, несколько, это последние рекомендации нашей Европейской антиревматической лиги. Физическая активность, независимо от возраста. Да, и очень хорошо написано, что нужно стимулировать вот наши медицинские организации, ревматологические в первую очередь, к развитию домашних программ упражнений с учителем. Если вас это заинтересует, у нас на сайте Ассоциации ревматологов России и на сайте Института ревматологии вы можете найти такие программы. Там у нас замечательный совершенно человек показывает, что могут делать на дому наши пациенты. Да? Ну, естественно, да, если это 90 лет, то это одна нагрузка и так далее. Нестероидные противовоспалительные препараты, да, с контролем. Нельзя принимать опиоиды. Да? По показаниям внутрисуставные я об этом сказала. Ну, психологическая помощь уж как у вас получится. Да, и информация должна быть передана профессионалам первичной медико-санитарной помощи, о чем мы сегодня уже неоднократно говорили. Потенциальный эффект упражнений, он, я даже не стала переводить этот слайд, да, но это огромные обзоры, огромные сводки по пациентам. Да, какой эффект от упражнений мы ждем? Даже во время течения ковида, если вы обращали внимание, если вы не работали в этих реабилитационных зонах, да, там реабилитация с первых дней начинается. И не только дыхательная гимнастика. Да? Но в данной ситуации мы можем влиять и на кардиоваскулярную систему, и на респираторную систему, да, и на мышечно-скелетную систему, и так далее, и так далее. Мы психологически пациента поддерживаем, потому что тот, кто начинает двигаться и хоть какие-то упражнения делать, я вас уверяю, у него депрессия гораздо меньше. Так, опять я не убрала анимацию, извините меня, пожалуйста, я сейчас быстро протюкаю. Я каждый раз это делаю, но почему-то оно не всегда получается. Что касается нестероидных противовоспалительных препаратов. Если это боль легкой и умеренной интенсивности, используйте, пожалуйста, топические формы. Топический плюс-минус парацетамол. И не надо думать, что это абсолютно бесполезные мероприятия. Я вас уверяю, если любой препарат использовать в правильной терапевтической дозе, он всегда приносит пользу. Также и топические формы, местные формы НПВП, гели, мази, да, кремы и так далее. Это несколько раз в день, это на крупный сустав минимум 5 см полоски, да, на средний сустав там 2-3 см, но это многократное нанесение в течение дня. Здесь может быть гели более гигиеничные, они удобнее. Да. И только при выраженных болях мы тогда начинаем использовать системные нестероидные противовоспалительные препараты. Что касается парацетамола, просто к тому, что я сказала, как подтверждение, это как раз обзор, который был опубликован перед последними рекомендациями Общества по изучению остеопороза и остеоартроза. Да, я таких обзоров вообще не видела. Посмотрите, 18 тысяч, ну почти 19 тысяч исследований, да, и 666 почти тысяч пациентов. Все просчитали, и выяснилось, что парацетамол в обычной терапевтической дозе у обычных людей, да, увеличивает смертность, увеличивает нежелательные явления, как НПВП и желудочно-кишечные сердечно-сосудистые, и еще умудряется снижать клубочковую фильтрацию, особенно у женщин пожилого возраста, аж до 30 мл в минуту. Поэтому очень аккуратно, небольшие дозы, да, и использовать его, может быть, можно скорее в жаропонижающих таких целях, а не в обезболивающих целях. Что касается нестероидных противовоспалительных препаратов, конечно, мы знаем, да, все их негативные стороны могут повреждать слизистую желудочно-кишечного тракта, да, могут увеличивать неприятности со стороны сердечно-сосудистой
сердечно-сосудистой системы, да, могут давать аллергические реакции, кожные реакции и так далее. Но прием НПВП снижает риск тяжелого COVID-19. Да, наши пациенты с остеоартритом, которые принимают НПВП, тяжелым ковидом болеют гораздо раньше. Да, они снижают репликацию клеток с COVID-19 и поступление COVID-19 в клетки. Они могут ингибировать некоторые провоспалительные пути передачи воспалительных сигналов. Да, они влияют на и моноциты, и макрофаги, и нейтрофилы. У них много полезного при COVID-19. Я другого не смотрю. Да, и это как раз ответ на тот вопрос, который мы вам сегодня задавали. Это данные Соединенных Штатов Америки. И я часто ими пользуюсь, потому что в силу особенностей отношения администрации США к тому, что происходило у них в стране, дало возможность колоссальные популяции больных с COVID-19 обследовать, проследить и так далее. У них уж пандемия была, так пандемия. Да? И вот это, посмотрите, общая популяция людей, которые перенесли COVID-19, 536 тысяч, да, еще примерно половина, да, кто-то принимал НПВП, кто-то не принимал НПВП, да, и достаточно большое количество больных с патологией опорно-двигательного аппарата, это, ну, 175 тысяч больных и еще почти 500 тысяч больных, которые принимают НПВП. И вот на основании того, что произошло с этими когортами, огромными когортами пациентов, как раз и были сделаны выводы, да, что принимает ли в общей популяции человек НПВП или не принимает, да, на смерть это никак не повлияло, да, а среди больных с артритами и, или болями в суставах, те, кто принимали НПВП, у них риск смерти, связанной с COVID-19, был достоверно ниже. Еще раз повторяю, был абсолютно дикий бум в мире, вообще, что нельзя НПВП применять, и бедные люди, у которых были боли, вообще страдали от этих болей, потому что все боялись лишний раз назначить нестероидные противовоспалительные препараты. Еще один момент, если вы помните, да, там мои таблички по шагам лечения остеоартрита было учесть постковидные симптомы. Так вот, одна из тяжелых ситуаций, связанных с COVID-19, это нарушение коагуляции. Это повышенный риск тромбозов, тромбоболий и так далее. Да? Вот посмотрите, это блестящая работа большого комитета кардиологического, которые показали, что же дает увеличение риска, да, получения тромбозов или тромбоэмболий, какие факторы. Да, возраст, но не намного. Да, индекс массы тела на каждые 5 килограмм все хуже и хуже, но тоже не намного. И посмотрите, насколько больше риск увеличивает тромбозов и тромбоэмболий использование селективных НПВП, да, ингибиторов циклооксигеназы 2. Поэтому каждый раз надо учитывать, если у больного были выражены коагуляционные нарушения во время COVID-19, 100 раз надо подумать, можем ли мы здесь назначать селективные ингибиторы циклооксигеназы 2. Да, здесь препаратами выбора будут неселективные препараты. Ну, понятно, что те, у кого были тромбозы или тромбоэмболии в анамнезе, у них самый высокий риск. Это отдельная группа пациентов, мы о ней сегодня говорить не будем. И говоря о неселективных препаратах, я хочу сказать о препарате, я уже вскользь упомянула, чем мне, так сказать, импонирует говорить сегодня об этом препарате. Это препарат тенексикама, тексарет. Тенексикама особые НПВП, они по-особому связываются с циклооксигеназой 1, циклооксигеназой 2, я не буду влезать в дебри такие, да, биохимические, но, по крайней мере, да, тенексикам имеет очень высокую биодоступность, раз, да, блестяще проходит к очагам воспаления и блестяще проникает в семенную жидкость. Я покажу некоторые цифры, это вообще для меня удивительно. Да, вот эта группа препаратов. Я уже упоминала, что оксикамовые производные – это самые лучшие препараты, препараты выбора при болях в спине. Они блестяще это делают. У нас среди оксикамовых производных, я просто напомню, это пироксикам, который не очень-то хорошо переносится, прямо скажем, да, имеет очень большой период полуведения. У нас мелоксикам, селективный ингибитор циклооксигеназа 2 и обладающий не очень высоким аналитическим действием. И теперь еще есть теноксикам, тексарет. Препарат, да, как любой НПВП, да, обладает жаропонижающим, противовоспалительным, аналитическим действием, хорошо подавляет простагландин Е2 синтетазу, таким образом блокирует воспаление, да, уменьшает поствоспалительный склероз ткани, для нас это тоже важно, потому что возникшие или артриты, или артралгии, мы же не всегда знаем, да, есть там синовит или нет, да? Мы же не всем больным делаем ультразвуковое исследование, а любое воспаление, оно с исходом в склероз. Он достаточно хорошо подавляет свободный гистамин, дополнительное энергетическое действие, и уменьшает активность коллагеназы, что нам тоже важно, потому что это замедляет прогрессирование разрушения хряща при остеоартрите. Достаточно быстрое действие, да, довольно быстро он достигает максимума в крови, может применяться один раз в день, как я сказала, высокая биодоступность, очень хорошо проникает в синовиальную жидкость. Вот посмотрите, достаточно интересная работа, концентрация тенексикама в плазме синовиальной оболочки и в хряще. А синовиальные оболочки больше, чем в плазме. Я таких НПВП больше просто не знаю. И очень малое количество в хряще, что нам тоже вполне удовлетворяет наши потребности, когда мы лечим постковидный синдром. Есть разные формы. Ну, для больных с постковидным синдромом, наверное, таблетированная форма, она наиболее подходящая, потому что инъекционные формы, это уж при каких-то очень выраженных болях. Да, и еще раз можете увидеть, да, что биодоступность тенексикама в таблетированной форме выше, чем у мелоксикама. Достаточно много работ было, я парочку вот положила, по сравнению с всеми любимым диклофенаком, обычной терапевтической
терапевтической дозы 150 мг в сутки, одинаковое влияние на все шкалы ВОМК, то есть на боль, на скованность, на функцию, по сравнению с диклофенаком 20 мг в сутки тенексикама, да, и по сравнению с пироксикамом. Равны по эффективности, лучше переносится. Короткое такое резюме, что ли. Да. Ну, вот еще раз можете увидеть. Да, по переносимости, по нежелательным явлениям, да, он не отличается от селективного препарата, ну и явно отличается от часто назначаемого диклофенака. Еще одна работа, которая тоже мне показалась интересным, это то, что нет отрицательного влияния на почки и как-то меняется фармакокинетика этого препарата, только если уже есть выраженная стадия почечной недостаточности, когда креатинин, клирос креатинина ниже 40 мл в минуту. Очень большие опросы вот, представляем вам, да, по результативности, эффективности тенексикама. 1102 врача, 4000 пациентов, которые оценивали боль в разных ситуациях, в покое, при движении, вечером, то есть после какой-то нагрузки болезненных суставов, припухлых суставов и так далее, и так далее, и так далее. Да? Что можно сказать? Да? Что по влиянию на различные виды боли, значительное улучшение и улучшение, это порядка где-то около, в среднем можем говорить, где-то 80, чуть больше процентов больных. Блестящее количество ответчиков, то бишь. Да? И здесь вот можно посмотреть, по мнению врачей и пациентов, и эффективность, и переносимость, да, она достаточно высокая у этих пациентов. У этих больных, которые принимали тенексикам. Да, мы можем сказать, что получили еще один эффективный, достаточно хорошо переносимый препарат. Тем не менее, да, у нас все-таки первый шаг при лечении остеоартрита, в том числе и постковидное состояние, это так называемое базисное лечение или назначение хондропротекторов или по-научному симптоматические препараты медленного действия. И я знаю, что вы, ну, такая квалифицированная аудитория, да, прекрасно знаете, чем мы лечим наш остеоартрит. В основном это гликозаминогликаны в различном сочетании, это хондроитинсульфат, это кератансульфат, их комбинации, комбинации с глюкозамином, который является предшественником хондроитинсульфата. Но если мы посмотрим на схему, структуру самого хряща, да, то у нас самое мощное, что поддерживает структуру хряща, это коллагеновые волокна. Поэтому мы всегда радуемся, когда у нас на коллагеназу, да, кто-то вот действует отрицательно, кто-то ее блокирует, потому что это мощные столпы, которым как раз гликозаминогликаны и присоединяются, им надо на чем-то держаться. И в этом плане меня уже многие годы интересует возможность лечения различными препаратами коллагена, поскольку это все-таки прочность нашего хряща, да, это целостность хряща, это основа структуры хряща. И надо сказать, что нас в основном привлекает коллаген второго типа. Сверху показано, ну, такая схематичная, да, трехмерное изображение этого коллагена. И надо сказать, что сам коллаген второго типа, если его давать извне, не в денатурированном виде, да, не распавшимся, то он обладает совершенно четкой физиологической активностью. Да. Почему это происходит? Да, это природная структура, тройная спираль, не денатурированный коллаген второго типа. И когда его принимает человек внутрь, да, он проходит кишечный барьер, и там он распознается как, ну, свой, да? К нему не возникает никаких разрушительных действий достаточно большого количества ферментов в кишечном тракте. Этот механизм, он носит название оральная толерантность. Сбоку я написала, да, что оральная толерантность – это когда организм, тот или иной агент, который привносится извне, воспринимает как свой, да, как обычная пищевая еда, да, с которой не надо сильно бороться. При этом надо сказать, что внедрение вот в организм добавочного количества этого неденатурированного коллагена, оно дает замечательные эффекты в отношении симптомов остеоартрита. Здесь показаны 4 кривые, да, и лучше всего снижается боль либо чистый коллаген, это красная линия, либо этот коллаген еще и с некоторыми глюкозаминогликанами, с хондроитинсульфатом или с глюкозаминсульфатом или гидрохлоридом. У нас в виде биологических активных добавок есть разные вариации использования как бы коллагеновых составляющих. Это, как я уже сказала, не денатурированный коллаген второго типа. Это может быть коллагеновый гидролизат. Да? Это могут быть уже расщепленные коллагены, когда работают какие-то биоактивные пептиды. Часто желатин добавляется в такие как бы добавки, да, в такие композиции. И надо сказать, что по неденатурированному коллагену проведено достаточно большое количество зарубежных исследований. Причем это и сравнительные исследования, которые сравнивают с глюкозамином и хондроитином, да, это двойные слепые исследования у больных с болями в области коленного сустава. Это даже многоцентровые, рандомизированные, двойные слепые исследования. Знаете, как это говорят, да, вот это же неспроста. Не бывает так, чтобы крупные медицинские центры занялись бы организацией многоцентровых, рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований, ну, просто так, вот хочется посмотреть, а вдруг что-то получится. Да, всегда есть теоретическое обоснование. Я хочу, ну, коротко тут показать как раз, что эффективность по сравнению с комбинацией глюкозамина и хондроитина даже выше у одного только вот этого неденатурированного коллагена второго типа. Просто здесь вот на диаграммах можно увидеть, да, что по сравнению с хондроитинсульфатом и глюкозамином, да, у нас это светлые столбики, да, а темные столбики это как раз вот этот самый коллаген. Да, он там обозначен как УК второго типа. И посмотрите, да, черные столбики начинают снижаться гораздо быстрее, нежели светлые столбики. То есть эффективность по отношению к счету ВОМК
еще раз напоминаю, это боль, функция и припухлость, и скованность, простите, да, гораздо лучше действует, чем даже хорошо нам известные комбинации, которые мы часто используем. Да, это масса препаратов, Артек, Траплекс, там, и так далее, и так далее. Здесь показана динамика боли. То же самое, достоверное уменьшение боли и более выраженное уже через 2 месяца при применении только недонатурированного коллагена. Да, здесь больший срок, здесь 6-месячное наблюдение, но примерно все то же самое. Да, чистый коллаген второго типа, хондроитин, сульфат, глюкозамин и плацебо. Ну, самые лучшие результаты где-то, по крайней мере, с 2-3 месяца числятся именно за этой субстанцией. У нас есть своеобразная композиция, куда входит вот такой нативный недонатурированный коллаген второго типа, о котором я уже сказала достаточно много, но туда входит еще как многокомпонентный препарат, это витамины, витамин С,